Много сбросилось. Внешний контур, да. Декабы. ЦП реального. Так, давай вообще самый внешний. Сферам скажи направить энергию на этот кораблик. Всю свободную. Малышу скажи занимать все освободившиеся кампы, будить поучаствовать в процессе, в резонансе. Он почему-то реестры их делает. Угу, пусть делает. Финки накачиваются и прям там летают. Подпрыгивает, как вот знаешь, акробаты, да, в цирке, вот перекувыркаются, обратно падают. Пусть. Там им весело. Лишь постучались об эти компы. Синим. Скажи поучаствовать в вакханалии. Цель разбудить все, что все эти структуры ушли, которые поддерживаются этими квантовыми компами. Разбудить именно. А то мы до посинения будем воевать сами с собой. Ух, да, легчает, прям легчает. Касаюсь Каабы сверху, прям фонтан. Прям исламский. Пусть тоже осознается. Я думаю, ислам изменится в ближайшие лет 5. Вращение пошло уже этого нового сознания. Хорошо. Интересные процессы сейчас в мире пойдут. Да, ЦП как растворяется. Классный свет. Ну, финки добрались до святая святых эти. Чертоги царицы. Квантовый комплекс вообще, который держал абсолютно другую вселенную внутри. Залитое светом пространство. Иногда как открывались, такой столб света был. Высокие двери. Запускай туда фиников, пусть будет веселуха. Да начнется их. Абсолютная вакханалия жизни. Пусть они там пожрут все ее запасы. Даже не хочу фильтровать реестр делать, как малыш делал. Пусть они там наведут бардак. Нифига себе, как там.
Как можно из одного света столько пространств слепить? Это же просто свет. Там разный свет, да. Это другая вселенная, а потом она начала достраивать внутри, как даже не симуляция. Это реальное новое пространство. Ее мир. Она там жила. Иногда выходила из этого света, и вот все чувствовали, жуки и прочие масоны, это пространство. Явление из столба света было ее. А сейчас там другой свет, желтенький, пинкий. Пусть летает всюду, осваивают. О, тоже желтая река туда. Там много мест. Пусть живут. Весь Тор скоро желтым станет сиять. Просто золотой. Куда их только девать? Яблочко сотри, станет желтым-желтым. Да. Нужно будет сделать новый Тор и туда их пустить. Финковый Тор. Новый вид яблок. Ну ладно, пока пусть живут. По-моему, несколько тысяч лет до этого события еще есть. Это точно. Они сейчас там жить будут. Вот и все, проблема решена там. Там чуть не половина туда ломанулась. И не выйдут им там хорошо. Так что не все, не так страшен черт. Как мы это раньше-то не расколошматили? Очень большой кораблик просто. Очень большой. Второй. Да и Какие-то первый не маленький. части его уже чистили. Много раз, много частей. Выключили все, но они выключены в фоновом режиме, лопатели, говно делали. Знаешь ли, странные картинки я ловлю. Картинки не странные картинки, но в принципе те, что я знаю, когда вот ты сказал за эту девочку, а потом за Бурсучиху вижу глаза такие, как миндалины или как бусинки. И потом много-много картинок раз, и я чувствую тебя. И почему-то такая картинка, когда я впервые встречаюсь с глазами с красно-черным, тоже в череде этих картинок. Почему? А потому что резонанс. Думала, что я. Десятки таких картинок вот просто мелькают, мелькают перед глазами раз, раз, раз. Много-много-много раз. И потом хопа, и он там. Вот эта картинка прыг обратно между этими. Да. Реакция-то как на меня. Ну ладно. Не отвлекайся. Как Да. всегда. Нет. Чё там в пространство смотри. Полетай. Всех золотых. Уже золотых. Белые были, чистый свет, белый. Уже золотые, там смотри, сколько феньков. От них как Какие-то пыльца идет. колбы берут, смотрят, вытряхивают. Сейчас Они наведут шороху. от них как пыльца идет там по всему. Они как шерсточка, так электризуется в них каждая шерстинка отдельно так. Смотри, что сейчас с масончиками происходит. Белыми и голубыми прям. Они тоже становятся изнутри золотыми, не понимают, что происходит. Да, они как лампочки. И, во-первых, их теперь видно, всех так классно. Они как лампочки, включенные в сеть. Я вот смотри, сейчас перегорать начнут массово. Чипок. Снаружи этот горн.
Алгоритмы зверька магии разрушаются. На Дюне тоже непонятно что. Сейчас, кстати, Финьков туда запустим. Мы же запускали вроде. На Дюне, да, запускали. Еще их там нету. Не нравится? Не, не нравится им там. Это больше для синих подошла бы. Вручную, хорошо. Вот, ну. Да, ну, запусти синих на Дюну. Пусть живут. Теперь у них одна дюна есть справа магическая, будет вот техническая. Пусть перестраивают всю ту херню, что там натворили. И вот это все схлопнется. Ой, Димка звонит. Пропущенный звонок. Добавить его? Или пусть спать идет? Сейчас, добавляй. Давай. Или я так там классно в этом пространстве. Вот так расширится, расширится на все. Дом прям. М? Вспоминаешь дом, да? Нет, не вспоминаю дом. Просто говорю, что там классно. Вот просто хочется весь пласт занять. Вот так, знаешь? Занимай. Мона свое второе я вспоминает. Ну, Илья. Ты немножко поспал хорошо. Мы разбудили Каабу. Как квантовый компик. Смотри, я предполагаю, что ислам скоро изменится. Пойдут интересные течения и прочее. Споры о том, нужно ли жертвоприношение. В общем, компик осваивается, пространство эти. Новый разум. Хорошо. А мы добрались до ЦП. И внутри ЦП... Пространство королевишное. Это откуда они? Двери вот эти вертикальные, высокие. Открывались, там свет прям лился. Ее свет. И вот Мона туда. Финьки там и Мона орудуют. Алия мечтает двери снаружи закрыть, чтоб там не сидел. Ты прям мысли читаешь. Две проблемы сразу, и Мона, и Финьки решены. Ну да, эти чудо, как чудо такие. Их, так, знаешь, это... сколько этих чудо? Да, они там какие-то пробирки берут, прям вот так вот вытряхивают что-то из них. Там же много всяких артефактов, всякой хрени. Травка вкусная, интересная, потом артефакты, потом информация о конах каких-то, одежки ее какие-то, еще много чего есть там. Они сейчас такую там кипиш наводят. Синего одного запусти для инвентаризации. Пусть посканирует, что интересно. Там классно. Живи. Платьишко на себя примеряй, там, может, крылышки. Вот мне как-то неуютно там стало. Двери нужно подпереть, чтобы никто не закрыл. Там, смотри, гардероб такой прикольный. Тогда больше не пойду. Ты это сказал, все, Мона. Ты отвлекаешься, иди работай. Надо кого-то поставить на стреме. Сломай дверь. Был сквозняк. Что, естественно, не помешает перепрограммировать угловые квантовые компы.
Работа, иди. Нет, это я вот до сих пор еще не знаю, что хуже, когда у Амона плохое настроение или когда хорошее. Или я Вред там травки. одинаковый. Или я там травки дофига просто. Да. Я в курсе. Там реально дофига травки. Тюки такие, я на их выращивал прям. Чай королевы. А мне там плохо не пойдет. Тебе сейчас плохо будет, Мона. Я работаю. Не вижу. Финки работают, да. Ящики открывают, вываливают, что-то ура. Я пространство наполняю. Угу. Не, платья некрасивые. Хитиновые. Я последний не буду доношивать. Тебя плащ есть классный. Зеленый Который изумрудный. Дима даже не примерил. Нет. Фиолетовый. Какой зеленый-то? У нее там висит зеленый, такой изумрудный. Знаешь, как жуки зеленые. Одень. Что чувствуешь? Для чего он? Он для победы. Но зеленый для нее поражение. Нет. Это окончательный победит. Угу. Ну, покажись масонам в этом плаще. У трех точно сердечный принцип умерли. Я там рядом вызываю всех масонов оставшихся, Шваба этого, Грефу пофиг, всем остальным, королевишны Британии, она ж нету ее, ну в прошлое. Оттуда можно сигналы роя подавать. О, классно. Ну пусть горн туда и дунет конус в это пространство и очистит все сразу. Кто свет выключил, интересно, во внутренних покоях? Как так? Темно прям. Аж финки озираются. Где свет? Не поняли, что произошло. Темно стало.
Все, сами светит пусть. И чернота полезла. Лучше ее нужно есть, скажу. Свет дожался энергии. Жертвоприношение, страдание душ, как-то в свет трансформируется. Да что такое? Как так? Вот как боль в свет может трансформироваться? И это боль миллиардов умирающих. Знаешь, она как до точки кипения доходит и на другую фазу переходит какую-то. Возгонка нефти из черноты, да, в огонь, по сути, горит. Топливом были страдания для этого света. Да, фракция какая-то, одна, другая. Финки сами справятся, пусть справляются. Плевалки не будем напрягать. Слишком жестко, грубо, нет, пусть все естественным образом будет. Да, как загустевает смола, они, финки в смоле становятся, пусть жрут, вокруг выедают. Там тоже такое число какое-то, как 17 фракций. От самой густой, где страдания такие, знаешь, насыщенные. И до того света проходит много-много ступеней. Фух. Много жертвоприношений, да. Убийств. Он сказал даже все. Угу. Все заточено под кормление, да. Короля Вишна этим светом. Весь наш мир. Новая цивилизация. Муравейник. Как где-то еще какой-то, как эхо, такой же муравейник есть. Он тоже умирает. Смотри, сколько таких ферм муравейников она контролировала из центра Мона. 14. Не один, не два. Больше 10. Где еще? Некоторые уже как засохли совсем. Угу. Просто кучки остались пустые. Угу. Почему-то это 15-й наш. Или 15 всего было. Не знаю ли, я вот вижу просто цифру 15. Угу. Как шестерка, да. Они по лесенке идут, либо они сейчас существуют, либо это они в прошлом были, мы 15-й. В прошлом были. Угу. Ну да, потому что сейчас ловушка. Я уж думал, что сейчас еще есть. В прошлом были. По угу. Не одним по вот цепочке. Да, по цепочке. Хорошо. Чувствую их все. На пятом какая-то жопа была. Прям слом мой. Что за пятый? То место, где сломан мой позвоночник. Завибрировало прям. Там была катастрофа очень большая. Там не одна вселенная схлопнулась, а как все 6 или 7, которые по кругу было, втянулось. И там такая дырка, как черная дыра, и туда все жух. Все, которые вокруг нее были, все втянулись туда. Как огромная какая-то катастрофа. Первая там оцифровка была. Неудачная или что? Да, вероятно, большой какой-то такой взрыв, очень большой. Прям как прорвало туда все, вот втянулась туда какая-то часть туры, и потом долго заполнялась вот эта дыра, знаешь, как черная дыра, только огромная. Несколько. Как схлопнулась. Несколько вселенных туда вот так втянулось внутрь, как в одну точку вошли, раз. Не знаю, что это. А у нее такой прыжок через гиперпространство, прыг, и она на этой волне ее вынесла
выше куда-то. Не знаю, или это цифровка, или училась искривлять пространство как-то. Не понимаю, как его искривлять, но вот Хотелось что идет. съесть, запихнуть первый этот опыт, взять Вселенную с собой и всхлопнулось. Не получилось. Алгоритмы чуть-чуть не те. И что, смотри, это было что, прямо перед тем, как она к нам приперлась, в нашу Вселенную. Нет, нет. А где, когда? Это было пониже намного. Почему мне резонирует с позвоночником переломанным? Наверное, ты там уже был. Как я мог быть, если пониже? Нет, я не поняла, я неправильно тебя поняла, Илья. Я думала, это наша, та наша. Та наша, да. Все, поняла. Потому что я говорю пониже этой, где мы сейчас. Да. Нет, от нашей, от той нашей повыше, конечно. Угу. Где-то на середине дороги почти. Нет, две трети, одна третья от нашей до этой. Как раз момент бунта. Примерно. Может, бунт и был, кстати. После этого. Может, кто-то из взбунтовавшихся жуков, алхимиков, запустил этот процесс оцифровки. Коллапс. Чтобы ее... Она выжила. Да, там как прыжок вот такой. Я вижу, как просто как А волной потом ее выбрасывает. вверх... Да. Это новые рельсы для оцифровки. Теперь оцифровка приводила бы к схлопыванию. Вот она начала мудрить. С коном становиться уже не напрямую жрать вселенную, а оцифровывать. ЦЕРН вот этот вот, как бы создать параллельную, а эту схлопнуть. И выход найти, чтобы пойти дальше. Плюс начали другие механизмы работать. Мы ей подсирать иногда в разных проектах. И зверек, и дюна еще где-то. Ух, меня переполняет и энергия, и усталость одновременно. Нет, пока держусь. Дима спать идет, да? Нет, Как я это? нормально. Да, ты же уже поспал, тебе легче. Я Молодец. где-то смотрел, смотрел кино такое. Так. Чувствую это. Открываю глаза, уже нет у вас. Быстро. Ну, минут 5, так ты как поспал, да. Одна я как энерджайзер, ни в одном глазу. В том-то и дело, что одни глаза у тебя и остались, и все. Среди волосьев два глаза, и все. Спать надо уметь и начинать. Ладно. У синих спроси, есть еще такие неразбуженные компики там? На ее корабле. На ее кубике. Да, еще есть. Пусть будет. Мона, найди центральный процессор, отвечающий за ведущий иудаизм. Четвертый. Внутри. Один, второй, третий, четвертый внутри.
Ну, христианство, ислам и внутрь, да. Католицизм, РПЦ. Хорошо, давай, пусть вокруг него поводит хоровод. Еще тогда три потом. Это что? Добраться масонство, наверное. И всякое еще. Наверное. Да, типа секты всякие там, Внешнее масонство. масонство, да, иллюминаты. Ну, просто масонство, иллюминаты, не самое. Доберемся, ладно. Пусть крутят, пусть просыпаются. Они такие мощные стали, эти финки. О, Такие прям прожрались прыгают, прям, да, да. тяжелые прям такие. Все еще прилетает из других вселенных. Вот там что-то интересненькое у вас. Носики суют, смотрят. Да, вливайся, давай, там жратвы много. Вон игр сколько. Будите компики. Лапками трогать. Да, прыгает там. Такие кабанчики. Димка, посмотри, какие финки жирные там прыгают. Я вижу, они как, знаешь, Кабанчики такие. объелись, да, такие жирные стали. Именно перед такой жир такой. Куалы, панды. Мне интересно, вот эти квантовые компьютеры, да, и они как звенья одной цепи, и все держит. Все вот эти звенья держат один такой, чья-то воля. Да, Дима, блокчейн. Каждый компик, кубик знает свое место по отношению к другим. В то же время они независимы, в то же время разнонаправленные процессы, и они координируются одним кодом. То, что у нас сейчас пытается Рой сделать, это жалкое подобие того, что уже сделано. Роевое сознание, разнопотоковое, многопотоковое, в то же время разные потоки, и маленькие, и большие, независимо от временной привязки, в прошлом, настоящем, будущем, это все одно целое. Там, где времени нет. Вот то сознание, где нет времени. Все, когда надо начинается, когда надо заканчивается, но в то же время это без времени. Одномоментно все происходит. Ибо в том сознании времени не было. И противоположности сходились. Это все единое целое. Своего рода гармония, только извращенная. Неправильное. Я сейчас все это покручу. В другую гармонию направлю. Моно, новая игра. Пусть финки фиолетовую сферу потрогают. Эта чернота мне достала снизу.
Где корень этой черноты в фиолетовом цвете? Он на дне, и он широкий-широкий такой, полностью все дно сферы, вот так, знаешь, угу. То, что занимает. Квантовый компик, может? Да. Но, знаешь, я бы сказала, что это очень, знаю, как фрактально, вот так снизу, угу. Растет, растет, растет повсюду. Вот. Откуда корень? Откуда он начал расти? В центре вижу, корень не вижу. В центре как такое вот что-то. Это даже не кристалл, как бусинка какая-то черная. Медускина. Вкусняшка. Такие еще на кораблике где-то были, на ее. И одна даже на моем. Прикольно, знаешь, вот эти мандала, да, вот эти круглые такие. Угу, поющие чаши. Вот примерно вот как мандала, вот такой узор какой-то, жух. Закручивается, и это все из этого черного. Прикольно. Но такое в каждой сфере есть, Илья. Только миниатюрное. Вот в каждом диагносте фиолетовом. Там на да, дне. Уже нету. Один мы сейчас уберем. Убираем. Да. Я уже убираю. Самой сфере покажи, она не видела, она думала, что это ее нормальное. Скажи, это ненормально, это вирус. Потому что она хочет его как искусственно воспроизвести. Не надо. И всякий, кто достигал некого просветления, связи с космосом, ловил уходил в ловушку эту, да, в пустоту, в пространство и в черноту, в смерть. И вместо развития жизни получал смерть. Финьков. Пусть фиолетовый переходит в белый. Либо на крайняк в желтый. В золотой. Потому что итогом медитации просветление либо единение с Творцом, либо вот эта детская непосредственность, либо единение с Тором через Финьков теперь будет. Показываю сфере перестроиться. Да, показываю. Почему нет? Пусть будет фиолетовое переход в золото. Да. Тоже красиво. Или в белый, или в золотой, да. Снизу теперь золотая чашечка такая. Блюдечко. А сверху фиолетовый. Это лучше, чем черный. Ну да. Она все такое, и плащик становится снизу золотым. Да, да. И пусть он там своим скажет то же самое. Уже сказал, идут пересчеты. Медитация должна не в смерть выводить, а в новую жизнь. В развитие. В наполненность. И вот такой же
шарик Медускин и этих дел квантовыми, нетрадиционной ориентации квантовой. И на каждом уровне такое было. На зеленом сам убираю. Медуз, козел. Как он бывает? Он еще всякой подлянки заложил. Как дырки такие. На каждом уровне, включая красный где-то внизу. Он это все как и задумал, но он сам поражен вирусом. Он с этого всего начинал ослабить. Как черные дыры, пустоты. На каждом уровне. Масштабно начал. Масштабно. Весело.